Здрасте, мужчина, а вы налево собрались, да? Да. А просто вот там вот сплошная линия, поэтому штраф 1500, подумайте еще раз. Полиция! А, полиция, да? Да, прикинь! Вот, нормальный, на Тиане. Это потому что на Тиане, санки. А вы, наверное, развернуться хотели? Нет. А, назад? Да. Просто тут сплошная, аккуратнее. Я зачем? Ну да. Не, он предупрежден был. Да, да, поморгай. Спасибо ему, он тебе помог. О, слушай, тут караван. Здрасте, я вам подскажу, не попасть на 1500 рублей, вот там сплошная. Если вы сейчас налево выйдете, штраф придет. Будьте добры, не нарушайте, а там дальше ваши действия. Бах, на, по встречке, это вообще липецкий. А вы не заметили, что там сплошная, мужчин? Вы так дерзко просто проехали и по встречке, и через сплошную. И по встречной еще, мужчин. Ай-яй-яй. Ну как же, вот. А как же разъезжаться? Эх. Ну да. Вообще, смотри, да, дальше, да, дальше, да, дальше, да, дальше попёр. Теперь да. Полиция объясняет, что нельзя так делать. Надо, конечно. Да, вот так надо было развернуться и выехать. Представляю, уже разворачивали, ну, нормально, чуть дальше есть разворот. Для всех единый. К сожалению. Удачи вам, мужчина. Мужчин, там я просто предупрежу, там сплошная, там не нужно вам выезжать, не стоит. Это дорого, поверьте. А там ваше решение, удачи. Этого не получилось переубедить. We'll be right back.
там сплошная мужчин, не нарушайте. Да, вот прям перед вами, тем более вы в погонах. Здрасте, мужчин. Я думаю, вам с утра 1500 штраф не актуально, правда же? Там сплошная, да. Просто аккуратнее, чуть направо, и там можно развернуться, либо через соседнюю улицу. Спасибо. Не за что. Я езжу здесь уже 3 года, и первый раз. Ну вот, честно, вот прям сплошная идет целиком. Удачи. Помешайте всем проехать. Ты тоже переубедил? Да. Красава.